Игра, которую просили некоторые, но не все. Но, так как, в принципе, мне сеттинг Вархаммера интересен, я решил потестить. Посмотрим. Посмотрим, насколько играбельно, насколько интересно. Так, все, поехали, давайте попробуем. Так, выберите сложность. Легко. Нормально. Ветеран. Ангел смерти. Ну, ангел смерти выбираем, АФК, я же хардкорщик. Не, выбираем, короче, последнюю сложность. Если просто будет хуево и не сбалансировано, то, значит, игра хуйня, да и все. Бля, начало вообще супер охуенное. Мне прям, ну, начало, вот, абсолютно все. Начиная со стартовых шрифтов, до подачи информации, интерфейс. Начало супер охуенное. Пока что супер. Охуенно. Начало 9 из 10. Сейчас посмотрим, как геймплей играется. Удар кулаком. Это просто один раз нажать мышку? Нет, я не понял. Как оно работает? Удар кулаком? Что-то не понял. Чем отличается вот эта вот правая кнопка мышки от правой кнопки мышки? Тут правая кнопка мышки и что-то еще. На меня не доходит. Что такое удар кулаком? Как его сделать? Видите, вот тут что-то вот, какая-то стрелочка вниз. Я не понимаю, как это работает. Правая кнопка и вниз. Это как делать? А, я что-то не понимаю. Я пока не понимаю, как это делать. Я не могу понять, что это такое. Вот что это такое? Вот эта вот правая кнопка со стрелочкой вниз. Как это делать? Пока я не знаю, без понятия. Нужен вспомогательный донат. Какая-то правая кнопка со стрелочкой вниз и разбитое сердце. Ничего не понимаю. А, стоп. Зажать кнопку мышки — это удар кулаком? Ага, я понял. Так, хорошо. А фронт-кик — это раз, раз. А, все, я понял. Это понять было, конечно, невозможно, что разбитое сердце плюс вниз на правой кнопке мышки — это значит зажать кнопку. Это вообще додуматься ни единого процента нету. Вроде изи. Так, это геймплей пока что на самой тяжелой сложности, если что. Вполне себе сбалансировано в данную секунду. То есть бомжи-враги, я изи их убиваю, они меня не коцают, у меня просто броня отбивает атаки. Все пока реалистично. Бля, пока игра, начало супер охуенная. Пока что все супер охуенно. Ого! Ого! Как это он такой жесткий? А чё он такой сильный? Это реалистично? Я ему в башку выстрелил раз 20. Это еще один такой же? О нет! О не. Так, ты чё? Они супер живучие, вот это. Понятно. Теперь я почувствовал сложность. Но они супер живучие, это не очень реалистично. Почему такие живучие? Я, если честно, не понимаю. А чё он такой сильный? Это нереалистично. Да, на макс сложности я тут буду, конечно, страдать, походу. Ему похуй, он не станется, когда я его замахиваюсь кулаком бью. Бля, почему он не станется? А как он может не станется? Он меньше меня размером, я железным кулаком ему въебало бью, он не станется. В смысле? Пок-пок, нужны гайды, пок-пок. Посмотри на моего бойца, посмотри. Ты хочешь сказать, чел размером меньше не застанется от такого удара? Посмотри на вот это. На! Ты хочешь сказать, не застанется в реальной жизни? Не времени, никогда не времени. Решил проходить эту игру, потому что, во-первых, это коопи на том уровне сложности, который ты выбрал, и играть одному бесполезно, а во-вторых, такой казуал, иди как нахуй. Ты может максимум играть в подкрученный казиноч, так что не позерся. Пошел нахуй, лох. Ну что, докукался, салага? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим кейс батл уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тут папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Опять. У них с какого... Блядь! Тебе, блядь, на экране наши прекрасные разрабы давали. Какого хуя? Да как, да ты меня отвлек, блядь, какую-то хуйню мне там писал вонючую. С хуя ли она не должна станется? Где логика? Разрабы давали гайды на экране. Что ты несешь, блядь? Причем где взаимосвязь? Если это магический тиранит, что он. Если бы он был бы в два раза меньше меня размером, он тоже не должен был бы станется или что? Какая нахуй разница, кто это? Да, я не могу ударить! Ну не могу я ударить, одного удара сделать не могу. Да, ну а как? Не, кстати, вы хотите, чтобы я поверил, что он этим мечом мне может пробить броню мою? Выглядит нереалистично, конечно. Как он может мне этим мечом пробить броню? Да даже удар не выглядит быстрым, он просто... Он меня не может пробить эту сталь этим мечом. Я никогда в жизни не поверю. Чё мешаешь? Я один закинул тебе с бонусом. Арбуз, привет. Это твой донат голосовой? Арбуз, пёрнул.
Понятно, найс. Не зря он не запустился. Оно и к лучшему. Арбуз, арбуз, привет. Арбуз, арбуз, пёрнул. Арбуз, арбуз. А вот и пердарю с такой силы. Да что полетел я, блядь, на маленький. Ну да я отойду, блядь. А дело да. Быть принцем не так уж легко. Так, Вадик, смотри, я... начал учиться битбоксу. Вот. Сейчас я тебе покажу, как я научился битбоксу. Пожалуйста, оцени от 1 до 10. My pledge is eternal service. Я только прошел вступление еле-еле. Да, выбрала, конечно, сложную сложность, но ничего нового. А у тебя давно на стриме средний онлайн 112к? Или это благодаря мне ты такой популярный становишься? Ну я не против. Мне не жалко актива для ты тебя. Ты типа накрутил ботов? Ты это заслужил. Хейтеры ботов накрутили. Стас Рефаун, ты не фанат, ты хейтер. Взял мне ботов, накрутил и доволен. Да, конечно, спарировал и могу убить. Реалистично, нет. Когда уже игры перестанут базировать на парировании, ну типа геймплей, это ж настолько супер нереалистично. Как после парирования противник может стать уязвим к убийству? Где логика? К реализму ноль отношения. Кулак отобью, скобка открывается, спарирую, скобка закрывается, то у меня откроется окно, чтобы пиздануть его в нокаут. Тут точно так же. Парирование дает отбить атаку плюс контратаковать. Это совершенно не так работает. Какой нахуй отобьешь кулак? Что ты вообще несешь? Ты смотрел хотя бы когда-то реальные бои? Тот же UFC или бокс? В смысле, отобьешь кулак, блядь, а потом сможешь челика в нокаут? Это не так вообще работает? Это вообще не так работает? Какое нахуй парирование в реальной жизни? В реальной жизни бывает парируют холодное оружие. Если речь о этих дуэлях на там всяких каких-то ножах, рапирах, шпагах. И то это ничего, ну это не дает обязательно какого-то вот в моменте преимущества, что ты можешь, вот, ты парировал, ты можешь сразу там наказать. Спасайте, спасайте. В смысле? My duty is not yet done. Почему ты меня не поднял? Как это работает? Вот это духота, бля. Вообще, в целом, становится скучнее. Потому что геймплей, я так понимаю, будет такой однообразный, постоянно миллиарды врагов убивать. И по сути, ну, как бы, учитывая количество возможностей в этой игре, ты должен быть около неуязвимости, правильно играть. Даже на этой сложности. То есть ты можешь включить режим берсерка, отхиливаться. Куча разных гранат есть, у тебя хилки есть еще. Ну, еще серьезный минус то, что в бою нету звуков. Выстрел, попадание в тело. Нету звука попадания в тело. Нету звука, когда меня бьет этот чел мечами, когда мне там эти додики маленькие тоже там когтями своими рубят. Нету звука, как они по металлу бьют. Нету звука, как я разрубаю мечом тело. Озвучки боя нету почему-то. Вот этого непонятно. Как можно в Вархаммере не сделать озвучку боя? Вся игра о сражениях, грубо говоря. Вся вселенная — это сражение. Так почему нету озвучки сражения? Я что-то не врубился. Из этого атмосфера теряется. Ему поебай, да? Как обычно. Ему поебать. 5 выстрелов вплотную. Вообще, ему поебать. 5 выстрелов вплотную. Для чего вообще это оружие нужно? Оно хуярит только вплотную с большим временем перезарядки. 0 дэмэджа. Красиво забалансили. Баланс 10 на 10. Баланс просто полное говно. Игру делают скучной. Слишком долго. И ты понимаешь, что такого быть не может. Просто в итоге что получается? Смотрите. Помните, недавно выходила такая игра хайповая? Я ее даже потестил немножко. Помните, выходила игра такая Helldivers? Просто получается, что в итоге даже Helldivers играть было интереснее на там какой-то тяжелой сложности. Даже Helldivers было играть интереснее, чем в итоге вот эту игру играть сейчас. Вот так вот. Слишком сложность несбалансная. Мне кажется, эту игру нужно было, во-первых, сбалансить по сложности хорошо. Это раз. И сделать два прокачку. То есть ты мог как-то какие-то пассивки прокачивать. Допустим, там, ну не знаю, там вот у тебя есть разные виды оружия. Там стиль боя с цепным мечом, стиль боя с ножом каким-то и прочее подобное. Не хватает какой-то прокачки в этой игре и более разнообразного геймплея. Вариации геймплея. Антенну S атакует Рой Гаргули. Это где? Это где? А может гранату кинуть? На. Вроде прикольно. Ой-ой-ой, споры. Понятно. Я спор не заметил. Меня кто-то кислотой застреливает. Я не вижу, кто, блядь. Я не знаю, кто меня стреляет, откуда, блядь, я не вижу. Антенна убивает, я не знаю, где-то антенна Б. Я не знаю, какая из них Б, блядь. В душе не ебу. Я не знаю, какая антенна Б, блядь, там не подписано. Какая Б, какая Д? Я не могу, я не знаю, какая хуйня.
The enemy have damage the antenna! Я нихуя не понимаю! Ему просто поебать, вплотную, на, нахуй. Поебать, вообще ему похуй. Просто тупая игра, блять. Помощи ночь. Как эта хуйня убила в воздухе. Ура, мы выполнили задание. Не знаю, буду ли я продолжать, сомневаюсь. Геймплей слишком однообразный и душный, а сложность не сбалансирована. А играть на сложности ниже я не буду. Поначалу было интереснее, потом стало как-то слишком однообразно и скучно. И сложность душная. Я бы не сказал, что она суперсложная какая-то, но она супердушная. Почему ты не парируешь? Алло, ты не парируешь и умираешь. Потому что ты даун. Парировать. Это нереалистично. Ютубычи, пока.